Вот такой всем известный автомобиль. И в нем было обнаружено вот такие вот отверстия. Машина рабочая. Все, замерзает, из порожка выпадаешь. Вот сейчас. Надо по-быстрому это все ремонтировать. Прессово-заготовительный цех заработает. Делаются выкройки. Лекальщик 80-го левел. Нормально. Ну, вот источник запчастей уменьшается, зато запчастей добавляется. Вот порожек получился. Вот. Чуть-чуть осталось. И вот что у нас получилось. Вот так вот. По очень быстрому заколхозили. Заварили. Все, были дырки, стал металл. Машина пипец рабочая, красота нам не нужна. Что у нас тут вышло? Ну, сейчас тут еще с баллончика дунем. И все. Вот так вот. По быстрой схеме. Вот. Потом сверху все равно накроются вот такими пластмасками, хренасками. И будет красиво. А главное, что целые ноги не выпадают. Вот, с левой стороны, с водительской. Вот здесь уже заколхозили по быстрой схеме. А то разрушение пошло аж туда. Сначала радиатор уезжает, потом сидушкой, только потом кузов начинает ехать. И потом на светофоре что-то громыхает при торможении. Отвлекает. Ну тут вот. Вот так вот. Заколхозили. Дорогой, да? Не, мы про ваш семейный. Чем не семейный? Мы про ваш семейный спрашиваем ключ там от всех дверей. Тут все разобрали, поломали. Видимо. Что это будет? Не ступица. Ступица будет, передняя, с подшипниками. О, вот она уже новая, да? А что смазка такая сразу ржавая, рыжая? А, или чтобы потом ржавчину не было видно. Да, чтобы без палева это все произошло. В хату не палить. Ну да, сразу же ржавая такая. Это такая опупенная смазка. Гадус называется. О, точно.
Так и называется, гадусь. Да. Гадость. Есть певец такой, Азис, у него песня есть такая, мразиш. А тут с маской гадусь. Маску с гадус. Чмок. Ну вот. Легкий ремонт автомобиля, да? Кабину заварили, ступицы поменяли, диски тормозные поменяли с подшипниками. Вот, даже специально ржавой смазки сейчас наложено. И все.